Билет для отличника. Дети, которые хорошо учатся в школе, получают награду не только хорошей оценки. В ДК железнодорожников для них прошло праздничное представление от главы города. Я вас поздравляю с Новым годом. Хорошо учитесь. Всем вам здоровья, удачи, пятерок в Новом году. Вместе со сказочными героями девчонки и мальчишки изготовили символ грядущего года, приняли участие в квесте и, конечно, встретились с Дедом Морозом и Снегурочкой. Всего в нескольких представлениях приняли участие 100 ребятишек, которые получили персональные подарки от главы Кунгура.